Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии-24. В студии Александр Зубехин. Здравствуйте. Убила собственного ребенка плоскогубцами. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летней жительницы города Якутска. По данным следствия, 16 марта возле дома на улице Хабарова женщина плоскогубцами нанесла удары своей 9-летней дочери. После страшного убийства женщина спрятала тело ребенка под гаражом. 18 марта в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий и предъявлено соответствующее обвинение. Изучение личности подозреваемой показало, что женщина состоит на учете в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой. Напал на пешехода. В объектив видеокамер попал конфликт водителя автомобиля марки Lexus и пешехода. Инцидент произошел 19 марта в Якутске возле парковки на улице Черяева. Водитель автомобиля поехал прямо по тротуару. Это вызвало недовольство пешехода, которое он не стал скрывать. Завязалась перепалка. Когда у водителя закончились аргументы, он применил силу. Нападение агрессивного водителя сняли на видео другие участники движения. 19 марта в столичную полицию поступило сообщение о конфликте между пешеходом и водителем иномарки на улице Черяева. Пострадавший в ходе потасовки пешеход написал заявление. На данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установке личности водителя. Ложный кредит. В дежурную часть полиции обратился пожилой мужчина. Его заинтересовало предложение о выдаче потребительского кредита по низкой процентной ставке на одном из сайтов в интернете. Потерпевший оставил там заявку. Через несколько дней ему позвонил неизвестный, который представился специалистом банка и подтвердил одобрение кредита. Затем мужчине в течение 4 дней поступали звонки от людей, которые представлялись специалистами разных служб банка. Лжесотрудники банка под различными предлогами просили мужчину перевести им денежные средства, что он и делал. В итоге потерпевший лишился более 21 тысячи рублей. Думали, что заплатили. 23-летняя жительница Ленска признана виновной в мошенничестве. Судом установлено, что подсудимая работала кассиром в ленском предприятии жилищного хозяйства и путем обмана присвоила деньги граждан, которые оплачивали коммунальные услуги через кассу. Девушка не отражала при этом сведения о поступлении денежных средств за оплаченные гражданами услуги, выдавая на руки счет-квитанцию без кассового чека. Украденными деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, по результатам рассмотрения уголовного дела приговорил подсудимую к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Заявленные по уголовному делу гражданские иски удовлетворены в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. Взятка в крупном размере. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления градостроительства муниципального района Верхнеколымский улус. В данном следствии подозреваемый дважды в 2014 и 2015 годах получал от представителя коммерческой организации Верхнеколымского района взятки в виде денег за общее покровительство при принятии строительных и ремонтных работ по заключенным муниципальным контрактам. На данном этапе следствие установило, что общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей. В отношении руководителя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему предъявлено соответствующее обвинение. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. Спас ребенка от смерти на морозе. Женщина в состоянии алкогольного опьянения решила выйти из дома, чтобы продолжить распивать спиртные напитки. Увидев одевающуюся мать, малолетняя дочь начала плакать. Обвиняемая взяла малышку на руки и пошла с ней на улицу. При этом не удосужилась одеть ребенка в теплую одежду. Далее горе-мать просто оставила дочку возле крыльца.
Детский плач услышал прохожий, нашел ребенка в сугробе, занес в дом и вызвал скорую помощь и полицию. К счастью, серьезных обморожений девочка получить не успела. Прокуратура Жиганского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья в состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время ребенок у женщины отобран, решается вопрос о лишении ее родительских прав. На этом у меня все. Будьте осторожны.